Какая идиллия у нас? Какая у нас красота? Просто. А какой Шпигель джентльмен? Какой он стал такой? Шпигуся, ну что ты занимаешься вот так вот на камеру? Давай, покажи, давай чуть-чуть романтики. Мурочка, давай улыбнись, моя дорогая. Так, о, Шпигель умеет на камеру работать. Шпигель молодец. Я его научил. Это такой способный студент. Да, Шпигель? Это просто гений. Ух, зазнался, зазнался. Понимаешь, что я за него говорил? Зазнался так. Значит, сейчас будет на публику работать. Да, Шпигель? Ну, поработай на публику. О, какой у нас хитрый кот. Ну, просто. Мурка еще не поняла, с кем она связалась. Это просто... О, о. Мурочка, ну он же тебя аккуратненько ухаживает за тобой. Что ты его... Ну, хороший. Шпигель хороший. Не надо. Будь с ним поласковее. Поласковее с ним будь. А то он может распсиховаться. Вот видишь, вот ты его психуешь уже. Не надо Шпигеля выводить из себя. Он все-таки мужчина, темпераментный шотландец. Вот сама нарвалась, надо... Вот Шпигель хочет уступить. Ну уступи, девочки, уступи. Давай, будь джентльменом. Так, Шпигель, ты знаешь, что я не люблю это. Оно перестал. Шпигель? Не надо, не надо, мой хороший. Давай, не Мурочку не обижай, она еще маленькая. Она все-таки, может, скоро мамой станет. Ты ее обижаешь, не надо. Так, ты знаешь, я не люблю, отойди от нее. Давай, отошу. Во всяком случае, не обижай ее. Не обижай мою девочку хорошую, ты понял? Ты понял или нет? Мурочка хорошая, моя девочка, я тебя не дам в обиду, не бойся. Не бойся, отойди. Вот. Видишь, я за тебя заступаюсь как. Вот так. Смотри, опять он к ней лезет. Успокоился, я сказал. Маруська, не переживай. Ты моя халюсяя девочка, моя сладкая. Ты моя халюся. Мурка в ненастроении, она не хочет, чтобы ее гладили. Говорит, оставьте меня в покое все. Ладно, ребята. Давайте. Ведите себя красиво, вот, чтобы все было спокойно и тихо. Хорошо? Все, договорились.